Хочу ростка, лучше улыбаться. Ну мало ли что хотел. И то есть втягивание Украины в НАТО — это вообще просто удар, как говорится, в сердце восточнославянской цивилизации. То есть самые катастрофические последствия будут иметь. По целям своим встреча, которая должна воодушевить Украину и дать ей какие-то гарантии американской поддержки в вопросе о присоединении к НАТО. С этой точки зрения я считаю, что эта встреча, итоги которой не безразличны для России, и явно Россия, которая не собирается в НАТО, имеет свою точку зрения против того, чтобы Украина ломала многовековые отношения с Россией и становилась членом Альянса.